Добрый вечер. Женя, расскажите, пожалуйста, что произошло вот с вами? У вас разбита голова, можно я сниму крупный план? Это от чего такое вот у вас травма? Не сбила, это милиция, киевская милиция. Доблестная милиция, да? А кто конкретно? Ну, с Киев один. Это батальон милицейский, да? Да, бывшие пацаны с Майдана. Скажите, пожалуйста, Женя, за что вас побили? Что пришел человек, обратился на Майдан, что написал заявление, что у него забирают его бар. Его... На Шевченко, Тараса, да, Шевченко 36. Да, забирают. И... Как называется бар? Хачапури. Что он обратился в милицию, милиция сказала, разбирайтесь сами, мы это не в нашей компетенции. То есть, грубо говоря, вас пригласил хозяин кафе просто поохранять, грубо говоря, то есть его кафе. Даже. Потому что были нападки рейдеров. Да, отжимают у него. И вот расскажите день, когда произошла атака. То есть это было вчера, я так понимаю. То есть 4 августа, да? Да. Там были наши пацаны. Без оружия, без чего. Просто они сидели, ждали, пока решится вопрос с этими, так чтобы не забрали кафе. Нам позвонили вечером, сказали, что наших пацанов там побили. Мы собрали, сели, поехали туда. Приехав туда, увидели, что там Киев один и в черной форме, похоже на беркут. Чем они были вооружены, скажите, пожалуйста? Автоматы Калашникова. И сколько было человек, которые вас атаковали? Человек до 50. А у вас сколько было? У нас где-то 35. И было 50 человек с вооруженным огнестрельным оружием, да, автоматами. С автоматами, один был с пистолетом. И голову, я так понимаю, вам разбили по ходу приклада. Да, мы подошли, мы всех узнали, привет. Мы их знаем, мы постоянно встречаемся возле Верховных Рады, когда мы ходим на акции. Один человек из них, их не там старше, пошел от... Ну, это Локолут? Локолут, да. Угу. Он отошел с пацанами разговаривать, со старшими. Женя с Коломы и с Белой Церкви, со Славиком. Только он отошел, он делал маяк, и нас начали убивать, забивать. А сколько человек вас избивало? Меня конкретно трое. На мне трое. Одну руку, вторую руку, другую руку. На ногах сидел человек, а четвертый бил мне по затылку прикладом. Вы потеряли сознание? Я потерял сознание, очнулся. Человек с Киева один, пацан, который нарожал ко мне стал, он меня водой поливал и потом запихал меня в скорую помощь. Очнувшись в скорой помощи, мне врач сказал, что за мной сейчас придет милиция. И он сказал, уходи отсюда, потому что тебя сейчас заберут. И я ушел. Как вы себя чувствуете сейчас, Жень? Неважно. Помутнение. Все болит очень. Можно еще раз мне голову? Я могу открыть. Ой-ой-ой. Кошмар какой.